День Дальнего Востока и Арктики на международной выставке форуме «Россия» в Москве прошел с привычным для Приморья масштабом. Экспозиции ДФО с самого открытия привлекают посетителей и гостей ВДНХ. В торжественной церемонии открытия приняли участие полпред президентов ДФО Юрий Трутнев, глава Минвосток развития Алексей Чекунков, губернатор Приморского края Олег Кожемяка и главы других регионов федерального округа. Владимир Владимирович Путин в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Над развитием Дальнего Востока работают миллионы людей. Каждый на своем рабочем месте. В школе, в больнице, на мостике корабля и в кабине локомотива. Хочу им всем поклониться. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка на торжественной церемонии поприветствовал гостей выставки «Россия» и рассказал о ключевых достижениях Приморья в разных отраслях экономики. Торговые возможности края, рыбодобывающая и обрабатывающая отрасль, инвестиционный потенциал региона. Приморью есть чем гордиться и кроме невероятных природных и туристических красот. Выставка замечательная. Вот мы здесь представляем Приморский край. Мы приехали из города Владивостока показывать, какой у нас красивый город и соседние города, что у нас есть, как оно развивается, как у нас классно, зовем к себе в гости. Потому что мы очень сильно любим наш город и хотим, чтобы у него все было прекрасно, чтобы он развивался. Одно из главных сокровищ Приморского края – его жители, талантливая молодежь и люди, желающие изменить жизнь региона к лучшему. Напомним, международная выставка «Форум Россия» создана по инициативе президента России Владимира Путина, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения страны.